Всем привет, с вами Бахус, и это самый честный канал об алкоголе. И сегодня мы с вами поговорим про красное игристое вино. Бокал для красного игристого вина используется классический, для шампанского. Температура подачи красного игристого вина от 8 до 12 градусов. И сегодня для демонстрации я выбрал бутылку прекрасного итальянского вина Ламбруско дель Эмилия Росса Падери Альти. Это вино произведено семьей Кьярли, одним из старейших производителей вина в Италии. Производится оно методом шарма, то есть вторичное брожение происходит в нейтральных емкостях. Ламбруско – древний сорт винограда, который был известен еще и этрускам. С латыни название этого сорта переводится как «дикий», и этот виноград действительно был диким до 1305 года, когда его начали винифицировать. Цвет у этого вина рубиново-красный, аромат ягодный. Легкое гастрономичное вино с сочным вкусом и миндальными нотками в послевкусии. Это вино отлично подойдет к легким закускам и десертам, к белому мясу и фруктам. С вами был Бахус, сегодня мы с вами поговорили про красное игристое вино. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь видео с друзьями, оставляйте комментарии и до встречи в новых выпусках. Пока-пока!